Просьба представителей организации сидений выложить цветы к памятнику павшим воинам и партизанам. Будет дан праздничный концерт. Также приглашаем вас в 21 вечер в Центральной площади, где также состоится вечер отдыха. Thank you.
Это памятник Гонцовских. И они, этот самый, во время войны были повешены на столбах. Висели больше недели. Вот. Две девочки, которые теперь живут в Минске. Тетю похоронили последнюю. Этот самый, и они... Была народная армия, их как сохранить. Наша народная армия была и добрая, не то... Этот самый. Ну вот я, когда прихожу к этому, и они так изобразили этот памятник, и как будто бы я гляжу на них. И он был у Богушевичах, директор школы, и на учительница. И все это сделано дуже добро. Ну, у нас уже теперь получилось разногласие с властью. В общем, этот памятник поставлен действительно людям, которые заслужили. Заслужили, висели на столбах. Это была подпольная организация редакции. Их всех повесили на столбах. И вот этот самый, после освобождения, этот памятник. И в Трестянке этот расстреливали, все извезли. Когда была мать, она ходила. Прикленчивала, что нельзя было верить одну я навсегда. Я их всех знала, знала от и до. Ну, вот этот память по Трестянке всех перевезли. Вот. И тут похоронили. Ну, памятник этот сделали. Только это Гонцовская, я не знаю по имени отчества. Детей уже теперь знаю, девки большие, тетя выгодовала, и они сохранились. Спасибо тете, я на похоронах тети была, все дети обещали не забыть тетю, что она их сохранила. А она вот как теперь, муж и она. Я как иду, никогда не пройду, приду поклонюсь, и этот самый, и как живая, такие уже скульптор робил. Что я не знаю, ну, как будто бы все так и сделано, как и наживая. И мне это очень интересно, не интересно, а жизненно. Я сама уже, мне 75 годов, конечно, старая, больная, ну, прихожу. Ну, это мои близкие были, знакомые, конечно, с ними я мало зналася, но с матерью, с сестрой, с усими, которые смогли сохранить детей, трех дочек, которыми теперь все гордятся. Тетя в прошлом году умерла, конечно, плохой смертью, и она уже руки тряслись, годовала их. Ну, фамилия ваша просто? Моя? Моя Бурая Вера Федоровна. Я живу в Березино по трудовой. В войну жила... До войны жила в этот самый у Березино, в войну выехала в Гореничи, деревня Гореничи. Вот. Ну, приходилось всех, нас выгоняли, когда этот самый, их поповешивали всех, вот тут, около этого скверчика, всех на столбу и неделю держали, вешаных. Нас выгоняли, глядели. Мы на эту. Несчастье, это для нас несчастье. Мы чудом тоже сохранились. Это... Тихо. Спасибо им, и они, может, и нас сохранили, что они пали смертью храбро.
Вечером гляну здесь, кто будет. Привет, так-то, привет.
Витя! Виталия! На ноги. Уже второй раз. Их снимают. Их снимают. Не надо. Что, да? Да. Доча, доча. И палец снова нам пороя не дает. Под мою парту или как-то.
9 мая. Нет, будешь. Это на память. Золотая. Слышу. На сцену запрошаються народний фольклорний ансамбль «Лявоніка». Валентина Ивановна Пинкова, есть здесь, поднимите руку. Вас срочно просят в больницу. Машина стоит. Валентина Ивановна. Нет, я здесь, нет. Нет, я не знаю. Мы продолжаем. А теперь эстрадный танец «Коваль». Дитя!
Только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты старше был, а я была моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки. Ой, да посадили грушу.
народный танец на птичьем дворе. Птички. Я знаю.
это можно, чтоб мир забыл меня. Да разве ж это можно, чтоб мир забыл меня. Но вскоре сон мой сбылся, и раннею весной мой милый возвратился с красавицей женой. Эстрадный танец «Чарльстон». Анжелика Анисович и Юрий Полянский. Сближение.
Смотри, какая ночь, сегодня нам она должна помочь. Все может ночь защитить, тебя одну хочу любить. Секрета нет, секрет совсем простой. Сегодня я жена, налей бокал шампань со льдом. Тишине птицы слова покают, то они ужалят, то приласкают. Нам любовь и нежность наш обещает, но луна мешает. Ночь тихо шепчет, ангел мой, ночь тихо шепчет, ангел мой. Thank you.
Thank you.
впечатление. Витя, там ругаться можно, нет? Микрофон есть, нет? Я там запишу. Головой вагон. Потом голос пригласи. Отдельно будет, да? Витя, я, смотри, я пьяный, нет? Нет, нет, нормально. Сейчас уйти, желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую, желаю тебе из тысячи звезд одну, самую славную, желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Может быть, ты вспомнишь обо мне, или вновь по-прежнему простой. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Одну, самую длинную.
Возвращайся домой, возвращайся туда, где мы счастливы. Возвращайся домой, возвращайся туда, где мы счастливы.
стоит. А он? Что он? Пошли! Yeah.
Михайло. Там фадон. Один. Какой-то мальчик хороший. Да, Ромашка. С папой хоть разговаривает. Ромашка, ну. Покажи, какой-то хороший мальчик. Вот так. Мальчик красивый. Дядя тебя снимает, да? Снимает дядя. Скажи, дядя, вот что-нибудь так. Скажи. Агу скажи. Агу. Вот. Лариса, Сашка, посмотри сюда. Обязательно. Потом вспоминать. Спой песенку лучше, Сашка. Меня снимать не надо. Иван, Валера, блядь, да, они стоят там.